7 работников ЖКХ, каждый в своей номинации, удостоены в этом году премии губернатора. Решение о ее присуждении специалистам было принято на заседании регионального правительства. В этом году в конкурсном отборе участие принимали 26 человек. Победители определяют в сферах теплоэнергетического и электроэнергетического комплексов, в области благоустройства и в других. Кандидатов оценивали по стажу работы, внедрению новых технологий, обучению передовым методам труда молодых работников, наличию рационализаторских предложений, повышению профессионального уровня, участию в общественной жизни коллектива организации. Глава региона подчеркнул, что все отрасли должны отмечать заслуги работников, повышать авторитет рабочих профессий. И сегодня очень важно, чтобы вот уважение, почитание и реклама человека труда должна быть на первом месте, потому что мы понимаем, что искусственный интеллект, все растет, экономика видоизменяется. Надо идти в ногу со временем. Но есть специальности, которые были, есть и, судя по всему, будут. Это все, кто занимается жизнеобеспечением населения нашей страны, нашего региона. И поэтому люди, которые работают в легкой промышленности, которые работают водителями на автомобильном транспорте, люди, которые сегодня нам ремонтируют здания, там, укладывают там, дороги, ремонтируют мосты. Это все человек труда, это люди, которых надо знать в лицо, знать тех, кто нам создает общественное пространство, общественные блага, и их поддерживать.